Приветствую вас, мои дорогие зрители, меня зовут Лилия Донскова. Мы с вами сегодня сделаем распаковку заказа номер 2 из 5-го каталога компании Oriflame. Заказ на 133 балла, практически все под заказ. И начну с самого начала. Зашла ко мне в гости подруга, и я ей рассказала про новинку Novage Procuticals, именно сыворотку с пептидами, потому что я сама уже сделала этот курс, и у меня классные результаты вот на этой зоне, где вот контур лица, шея, декольте. Я в таком восторге, я ей рассказываю, показываю все, она говорит: да, давай, хочу. Так, это моей подруге набор, курс сыворотка с пептидами. Очень много заказов идут на тональные основы, серия The One. Обратите внимание, на определенных страничках сейчас проходит акция, если заказать два продукта, то они идут с еще большей скидкой. Например, адаптивная тональная основа The One, если их взять одну, будет цена около 600 рублей, а если взять две, то каждая будет стоить, не помню сколько, ну больше чем на 100 рублей дешевле, мне кажется. Давайте посмотрим, чтобы не быть такой голословной. Да, а если брать одну, 599 рублей, а если взять две, то каждая 459, разница 140 рублей, по-моему, очень даже ощутимо. Поэтому я сейчас своим клиентам предлагаю искать себе напарников, с кем вместе взять тональную основу. Поэтому взяли две подружки, одной и другой, по тону. Кисточка для нанесения, кстати, она подходит и для нанесения тональной основы, но мне она больше нравится в качестве нанесения контуринг лица, например, делать румяна, хайлайтер, пудру даже. Я обожаю эту кисть, у меня эта кисть с первого дня, как она вышла в каталоге, я сразу себе заказала, то есть получается уже где-то 2 года. Какая она классная, сколько она пережила со мной уже стирок и сушек, и при этом ни один волосок с нее не выпал. Поэтому кисть шикарная, можете ее смело рекомендовать. Ее стоимость тоже всего 269 рублей, а без скидки 420. Очень хорошо. Так, пакетик положили, замечательно. И считаем, сколько в этот раз мыла. Теперь посчитать его легче, потому что в прошлый раз была целая коробка, я сбилась со счета. Сейчас, по-моему, всех по 3. Я обращаю ваше внимание, что серия Discovery — это одно из самых лучших мыл в Oriflame. Во-первых, по весу здесь 90 грамм кусочек, такой большой достаточно. Потом это долгоиграющий кусочек, надолго хватает, и вкусные ароматы. Вот смотрите, сколько их: 4 и 3, это 7 8 9, так вот 10, и здесь еще 3 зелененьких. Всего 5 видов мыла, можно брать любые, сколько угодно, всего по 49 рублей цена каталога, а со скидкой консультанта минус 20% 39 рублей. Ну это очевидная выгода. Кто-то пишет, что это дорого у меня в комментариях, кто-то пишет, это любимое мыло. Я на стороне тех, у кого это мыло любимое, и мне кажется, это недорого. Дело в том, что у меня даже есть на канале сравнение еще с одним мылом, мы сравнивали, оно стоило более 700 рублей, какая-то израильская компания. Так вот, это мыло, оно просто с первого раза, как только начали мыть руки, оно все разбухло, потрескалось, и аромат у него неприятный. Но обычное мыло вот по консистенции, хорошая пенка, хорошо купает, но его внешний вид такой страшный стал. У нашего мыла до последнего, вот когда он уже тонюсенький становится, до последнего мытья рук оно всегда будет красивое и не будет раскисать, трескаться, и вообще, то есть с ним одни приятные ощущения. Кстати, заказала, по-моему, это я себе взяла маску. Вы знаете, я очень люблю маску с ягодами годжи и органическим овсом, она отлично питает кожу, и мне нравится, у нее есть такая фишка, когда только наносишь на лицо, она с согревающим эффектом обладает, то есть так тепло-тепло-тепло становится на коже, но это недолго. И кстати, я когда не знала, что такой эффект, первый раз ее нанесла, я так испугалась, думаю, неужели у меня аллергия на Oriflame, потому что аллергии не было никогда. И тут
такое, так горячо стало, а потом я прочитала, что она оказывается с согревающим эффектом, поэтому если будете брать себе такую маску, не пугайтесь, если вам станет жарко. Так, мне заказали аромат Eclat Femme, это очень красивый аромат в серии Eclat, мне кажется, все ароматы классные. Единственное, Eclat Amour, я его вообще как-то не распробовала, не заметила, для меня он какой-то настолько невесомый, я его не чувствую и не получаю никакого с ним впечатление, то есть я не становлюсь ни романтичной, ни какой-то энергичной, ни сильной, ни женственной, то есть я его вообще не чувствую и никаких эмоций не получаю. Eclat Femme — это аромат скорее для таких торжественных случаев, с этим ароматом сразу хочется расправить плечи и поднять подбородок, то есть этот аромат действительно какой-то, вот в театр пойти, в ресторан, но я им могу пользоваться и в течение дня, потому что мне нравится чувствовать себя на высоте, вот такой красивый аромат. Далее в заказе помада из серии Giordani Gold, обратите внимание, тоже на помады сейчас идут акции, скидки, и в заказе у меня 406,58. Открывать, конечно, не буду, потому что все, что под заказ, мы оставляем под заказ. Так, два карандашика для глаз, для стрелок, разные оттенки. Смотрите, в этом каталоге невозможно устоять. На последней страничке любые карандаши для губ, для контура губ или для глаз, всего 119 рублей. Это отличное предложение. И вот такие механические карандаши, они мягкие, не растекаются, ими очень комфортно делать макияж, потому что кожу не тянешь, а при этом они отдают хороший сочный цвет, и стрелки получаются просто великолепные. И также в заказе есть один карандаш, это тени, стойкие тени, карандаш для век, хрусталь. Классный цвет. У меня, кстати, если внимательно посмотрите на мой макияж, то вот как раз в уголочках и часть нижнего века подведены именно этим оттенком. То есть он дает такое легкое сияние, переливчивость. Мне он очень нравится. Так, заказали омегу-3 для малыша. Это заказала моя знакомая. Говорит, что-то малыш болеет часто. Хочу, говорит, омегу, потому что раньше она брала своему сынишке, и был очень хороший эффект. Так, заказали тушь серии On Color, объемная, неводостойкая. Тушь очень хвалят, у нее интересная кисточка, она такая достаточно объемная, силиконовая кисть, например, мне она не подходит. Я люблю более такие маленькие кисточки, когда я хочу такую тушь все время, потому что у меня многие ее берут и все так хвалят. Я сколько раз брала и не могу к ней приспособиться, вот ну никак, у меня не получается с ней красивые ресницы и некомфортно мне, для меня просто очень большая кисточка, вот 5 в одном мне идеально подходит, это нет. Маска смузи, это что-то нереальное, это маска с невероятно вкусным ягодным, с невероятно приятным ароматом ягод, ее вот просто хочется съесть, и я ее уже делала. Эффект такой, лицо просто становится очень мягкое, она напитывает кожу витаминами, и просто нереально хочется это все делать и делать хоть каждый день, потому что очень вкусно пахнет. И последнее, что у меня здесь лежит, два пробника магнетиста и магнетиста. Это у меня заказала девушка, она хочет распробовать этот аромат, по описанию ей очень понравился, но я всегда говорю, надо пробовать, давай выпишем пробнички, ты с ними походишь, погуляешь, ощутишь, понравился или нет аромат, а потом закажем большой флакон. Так и договорились. Вот такой заказ. Смотрите, если вы всегда думаете, о, а что же, как же сделать, например, войти в премьер-клуб, сделать заказ на 150 баллов, вот здесь всего 133 балла, посмотрите, раз заказ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 человек, каждый по чуть-чуть, у кого-то заказ побольше, у кого-то поменьше, да, кто-то взял 5 кусочков мыла, кто-то туши, карандашик, то есть вроде бы всего понемножечку, 10 человек получит удовольствие, а вы получите вот такой огромный заказ.
и все, и вы в премьер-клубе. Для чего быть в премьер-клубе? Вы же получаете 10% кэшбэк, это примерно 900 рублей. Вы получаете возможность заказывать из каталога Выгода Плюс и все подарки собираете. То есть все какие акции проходят, где-то на 50 баллов нужно участвовать в акциях, где-то на 100, то есть вы собираете по дороге все подарки. Поэтому я вам рекомендую показывать каталог своим близким, своим знакомым, радовать их, давать им возможность тоже пользоваться хорошей натуральной продукцией шведского качества, и всем будет хорошо. А я с вами прощаюсь. Если какие-то есть вопросы, задавайте их в комментариях под видео. И удачного вам каталога. Всего доброго. Пока-пока.